Сегодня 1 апреля, и я решила подкормить свою статицу, ну и Налану заодно. Налан тут у меня всего лишь вот 3 штучки. И могу сказать по поводу того, что грунт, который я сажала, оказался на самом деле не такой уж и плохой. По крайней мере, на вид растения выглядят так, что они как будто растут. Корневой я не наблюдаю, хотя вот сажала одно растение, посадила грунт агробалт. И я смотрю, корневой тоже тут у него нет. А вот у этих, у некоторых, вот, даже хорошенькие, я где-то проблескивала. Видели, корешочки, проблески были. А у Наланы, наверное, корневая быстрее разрастается, и поэтому ее будет уже, ее видно. Вот сейчас, не знаю, видите вы или нет, но я ее вижу. Я сегодня подкормлю ее вот такой вот фертикой. Фертика старт. 15-30-15, там больше фосфора, плюс микроэлементы. На вид рассада неплохая, стоит она у меня на лоджии не так уж и жарко, даже, можно сказать, холодно. Вчера я даже закрывала форточку, микропроверивание, ветривание только сейчас открыла. Ну, если тут, когда солнце светит, тут очень жарко. Вот я смотрю, она уже вчера стояла, вроде бы как тень была, ну, день был пасмурный. И все равно она у меня подсохла, некоторая рассада. Точнее, не рассада подсохла, а грунт подсох. Поэтому я решила сегодня полить и заодно подкормить. После пикировки через недельку можно будет подкармливать. Поэтому я уже думаю, что время подошло ее подкормить. 1 грамм на литр воды и будет им достаточно.